Здравствуйте, ребята. Привет, ребята. Здравствуй, Ерошка. Привет, привет, Гаврюша. Ерошка, ты чего такой грустный, а? А? Не спрашивай меня лучше, Гаврюша. Эх, беда. Наша Нюся простудилась, лежит с температурой. Да, это действительно беда. Что же делать? Что делать? Надо, знаешь что? Надо обязательно ее навестить. Вот что. Точно. Точно. Как же я сам не догадался. И еще ей нужно принести вкусных фруктов, чтобы она скорее поправлялась. Верно. Надо принести фруктов. Пусть поправляется. Здравствуйте, девочки и мальчики. Здравствуйте, зверята. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Катя, а у нас беда. Нюся заболела. Нюся заболела. Мы с Ерошкой решили ее навестить. Правильно. Обязательно нужно навестить Нюсю и что-нибудь ей подарить, чтобы она обрадовалась. Катя, а что же ей такое подарить надо, чтобы она обрадовалась, а? Ну, давайте все вместе и подумаем, что же можно подарить нашей Нюсе. Катя, а скажите, а правда, что я стесняюсь чуть-чуть, но девочки любят цветы, это правда? Правда, Гаврюша, все девочки действительно любят цветы. Это хорошая идея, мы можем подарить нашей Нюсе цветок. Ура, ура! Гаврюша сказал замечательную идею. И даже я с ней согласен. Да, давайте подарим цветы. Ну что ж, давайте тогда нарисуем для нашей Нюси цветок. Вначале мы рисуем с вами три лепестка. Посмотрите, ребята, повнимательнее. Вот так вот. Затем еще три лепестка. Катя, Кать, а мне кажется, что чего-то не хватает на рисунке. Может, ты прав, Гаврюша. Я знаю, чего не хватает. Не хватает бабочки. Вот. Да, действительно, бабочка бы здесь неплохо смотрелась. Давайте с вами нарисуем бабочку. Для того, чтобы, ребята, нарисовать бабочку, сначала мы проводим прямую линию. Вот так вот. Затем мы рисуем кружочек, овал и еще один овал. Вот так вот. Затем мы рисуем усики у нашей бабочки. Вот так вот. Теперь крылышки. А у вас получается, ребята? Ну, а теперь можно раскрашивать наш цветок. Берем фломастеры и раскрашиваем. Ой, какая красота! Ага, я даже не думал, что у нас так красиво получится. Даже жалко отдавать Нюське. Ну что ж, посмотрите, ребята, какой у нас получился цветок с бабочкой. Я думаю, что действительно нашей Нюсе он очень понравится.
Ребята, а у вас получился цветок с бабочкой? Присылайте нам свои рисунки. Мы всегда их с нетерпением ждем. Напомню вам наш адрес. 109-029, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, корпус 4, СГУ ТВ «Веселый урок». До свидания, мальчики, и до свидания, девочки. И присылайте нам свои рисунки. Пока. Пока, ребят. Всего вам самого доброго, малыши.